имеющиеся там проблемы. В ходе рассмотрения международной тематики мы подтвердили близость и совпадение наших подходов, прежде всего в том, что касается необходимости уважения международного права, центральной роли Организации Объединенных Наций, самобытности народов, их право самостоятельно определять свою судьбу, и, конечно же, мы разделяем необходимость коллективного поиска ответов на глобальные вызовы современности, избегая односторонних действий. Мы отметили позитивный опыт нашего сотрудничества в ООН на других международных площадках и договорились тесно продолжать взаимодействовать в различных форматах. По африканской проблематике у нас единое мнение, что те проблемы, которые сейчас проявляются и в Сахаро-Сахельском регионе, и в Ливии, а если брать более широкий регион Ближнего Востока, то и в Сирии, и в Ираке, Артур. Все эти проблемы сейчас, это уже ясно, имеют общий корень. Это угроза, которую представляет собой международный терроризм.